Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». О метеоявлениях на 19 октября на телеканале «Магия кухни» расскажу вам я, выпускница Казахстанской медиа-академии Яна Солдатова. Здравствуйте! И по традиции в конце передачи расскажу вам о полезных свойствах пшенной крупы. В приморском городе Актау ожидается ясная погода. Столбики термометров днем поднимутся до 16-18 градусов тепла. Ночью опустятся до плюс 7-9. Относительная влажность воздуха 20%. В Актобе будет переменная облачность, преимущественно ясно. Температура днем поднимется до плюс 9-11. Ночью 2-4 градуса, также со знаком плюс. Ожидается умеренная геомагнитная буря. В нефтяной столице, городе Атырау, будет ясно. Синоптики осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до 13-15 градусов выше нуля. Ночью температура снизится до плюс 7-9 градусов. Северо-восточный ветер 6 метров в секунду. В городе Байконур ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя. Дневные показатели достигнут плюс 10-12 градусов. Ночью 6-8, также со знаком плюс. Относительная влажность воздуха 65%. Балхаш ожидает облачная погода, возможны небольшие осадки. Днем температура поднимется до 7-9 градусов тепла, ночью опустится до плюс 4-6, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Жителям же Жезказгана синоптики обещают переменную облачность, ожидается небольшой дождь. Относительная влажность воздуха 55%. Днем температура поднимется до 6-8 градусов выше нуля. Ночью снизится до плюс 2-4. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. Карагандинцам стоит одеться теплее. В этот день ожидается переменная облачность с осадками в виде снега. Показатели термометров днем поднимутся до 1-3 градусов тепла. Ночью температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Кокшетау пасмурно, возможны осадки в виде снега. Относительная влажность воздуха 95%. Днем плюс 1-3 градуса, ночью показатели от 0 до 2 градусов тепла. Костанайцев ждет переменная облачность, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 6-8 градусов тепла, ночью показатели опустятся до плюс 2-4. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. 19 октября в Кызылорде будет малооблачно. Днем термометры достигнут 9-11 градусов выше нуля. В ночное время суток возможны осадки в виде дождя. Температура опустится до 4-6 градусов. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. На северо-востоке республики в городе Павлодар переменная облачность, возможны осадки. Температура днем плюс 6-8 градусов, ночью 1-3 градуса тепла. Ожидается умеренная геомагнитная буря. Жителям Петропавловска синоптики обещают пасмурную погоду с осадками в виде дождя. Днем температура поднимется до 4-6 градусов тепла, а вот ночью опустится до плюс 2-4. Относительная влажность воздуха 75%. В восточном регионе страны, городе Семей, будет облачно с осадками. Днем воздух прогреется до 7-9 градусов. Ночью термометры опустятся до 3-5 градусов выше нуля. Южный ветер до 7 метров в секунду. В Талдыкоргане ожидается переменная облачность, возможны осадки. Днем температура поднимется до плюс 8-10 градусов. Ночью термометры будут колебаться от 0 до плюс 2. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Жамбылской области, городе Тарас, синоптики обещают переменную облачность. Днем термометры покажут 9-11 градусов тепла, ночью плюс 2-4 градуса. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба.
казахстанской Магнитке, городе Темиртау, будет переменная облачность с осадками в виде дождя днем и мокрого снега ночью. Дневные показатели составят плюс 3-5, ночью от минус 2 до 0 градусов. Юго-западный ветер до 3 метров в секунду. В одном из древнейших городов в Туркестане синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов. Ночью температура снизится до плюс 5-7. Атмосферное давление в норме. На западе в городе Уральск день будет солнечный. Днем температура поднимется до 12-14 градусов выше нуля. Ночью опустится до плюс 2-4 градусов. Юго-западный ветер до 3 метров в секунду. В Усть-Каменогорске малооблачно, температура днем достигнет шкалы 8-10 градусов тепла, ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, относительная влажность воздуха 35%. На юге Казахстана в городе Шымкент будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до 9-11 градусов выше нуля, ночью плюс 3-5, ожидается умеренная геомагнитная буря. В Кибастузе в этот день будет малооблачно. Термометры покажут от 6 до 8 градусов тепла днем и опустится до плюс 1-3 ночью. Юго-западный ветер до 2 метров в секунду. Жителей и гостей города Алматы ждет облачная погода с осадками в виде дождя. Днем столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов тепла, ночью температура снизится до 0 плюс 2 градусов, относительная влажность воздуха 65%. В столице Казахстана, Астане, 19 октября будет малооблачно, температура днем поднимется до плюс 5-7, ночью опустится до минус 2 0 градусов, относительная влажность воздуха 60%, западный ветер до 2 метров в секунду. В любую погоду заботьтесь о себе и своих близких. Питание должно быть не только полезным, но и сбалансированным. Добавляйте в свой рацион только полезные продукты, например, пшенную крупу. Пшено – это семена проса, растения которого являются одним из древнейших культур. Раньше пшено называли «золотая крупа», хотя оно бывает не только желтым, но и белым, серым и даже красным. Пшенная каша – традиционное блюдо восточных славян. Она отличается от других круп прежде всего высоким содержанием жиров и способствует выведению из организма антибиотиков. Эта каша полезна гипертоникам, также она снижает уровень холестерина и очищает сосуды. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Яна Солдатова. Будьте здоровы! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Встань! Медийной личностью. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», метеопрогноз «Облачная кухня».